Начальник управления по территориальной безопасности Ленинского городского округа Вадим Димов поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил их неоценимый труд и героизм. Ваш праздник приходится в канун Нового года, но мы все прекрасно знаем, что служба спасателей не имеет выходных и праздничных дней. Днем и ночью мы всегда надеемся на вас. За 2023 год сотрудниками МЧС было совершено более 1000 выездов, потушено около 400 пожаров силами 180 сотрудников спасательных служб и 20 единицами техники. А помощь людям всегда нужна самая разная. Часто там бывает, надо бабушке, дедушке помочь, кому-то ребята даже ездят окошко после пожара вставить, и такие случаи бывали. И там лед от двери отдолбить, такие тоже есть к нам обращения, и люди получают обратную связь и помощь от нас. Несколько раз в год в пожарной части города Видное проводятся инструктажи для молодого поколения, где подробно разъясняется, почему нельзя играть с огнем. Благодаря их предостережениям в этом году значительно сократилось количество несчастных случаев. По статистике, которую мы ведем, наблюдается снижение количества пожаров, произошедших на территории округа. Также наблюдается у нас снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах. Поэтому это наше самое основное достижение. Вся наша командная работа, направленная на предупреждение пожаров. И вот результат данной работы, он, соответственно, виден уже по тем цифрам, которые мы наблюдаем. Сотрудники МЧС ежедневно показывают высокий профессионализм, оперативность и мужество в своей непростой, но такой необходимой службе. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.